lo más trascendental que tiene el negocio de Amway. И самое важное, что есть в бизнесе Amway, es la posibilidad de acceder a la educación que tiene. Это возможность получить доступ к тем знаниям, этому обучению, которое есть в этой компании. Porque la educación que tiene el negocio de Amway. Потому что образование, которое есть в бизнесе Amway, es capaz de transformar una oruga en una mariposa. Может превратить куколку в настоящую красивую бабочку. Por eso somos únicos en el mundo. Мы уникальная компания в мире. La posibilidad que tenemos dentro del negocio de Amway es lo más importante hoy en día en el momento histórico que la sociedad está viviendo. Те возможности, которые есть в нашем бизнесе, в бизнесе Amway, это самые важные возможности бизнеса, которые есть сейчас в мире. Это исторические возможности в том обществе и в том мире, в котором мы сейчас живем. A nosotros nos tocó nacer dentro de la era industrial y vivir dentro de la era de la información. Нам с вами выпала такая возможность жить в эру промышленной революции, уже после нее, а также в эру информации. Y la educación que recibimos y la educación que se da fuera en el mundo es para vivir en la era industrial. И то образование, которое мы с вами сейчас получаем там, вне нашей компании, оно предназначено для людей, которые живут в эру промышленности. La educación que encontramos en este negocio es para vivir en la era de la información, en la era que vivimos hoy. Но то обучение, которое есть у нас в нашем бизнесе, предназначено для того, чтобы жить в эру информации. Это именно то время, в котором живем мы с вами. Lo que logró levantarme a mí del escritorio donde estaba. И то, что заставило меня подняться, встать и уйти с того стола, за которым я сидел в кабинете. Es que escuché unos audios. Я послушал несколько дисков, несколько записей. Que decían que uno podía ser libre. На этих записях я слышал, что человек может стать свободным. Y que había gente que vivía en riqueza, en abundancia y en libertad y que eran líderes del negocio de Amway. На этих записях люди говорили о том, что они могут жить в богатстве, в достатке, они могут быть свободными и стать лидерами бизнеса Amway. Y yo escuché esos audios. Я слушал эти диски. Y me empecé a emocionar. И меня переполнили эмоции. Y empecé a leer. Я начал еще читать. Y empecé a leer. Я начал читать и читал и читал. Y empecé a escuchar. Начал слушать еще больше. Y empecé a ir a estos eventos. И начал посещать такого рода мероприятия. Empecé a ir a seminarios, convenciones. Я начал ходить на семинары и другие мероприятия. Y vi que había un elemento constante en todos esos sitios y era que la gente estaba aprendiendo a soñar. И я увидел, что у всех этих мероприятий была общая отличительная черта. На этих мероприятиях людей учили мечтать. Y usaba el negocio de Amway para cumplir los sueños. И бизнес Amway использовался для того, чтобы реализовать мечты, чтобы они стали реальностью. Las personas siguen a los líderes que aman lo que hacen. Люди всегда следуют за теми лидерами, которые любят свое дело, любят то, что они делают. Hay muy poca gente allá afuera que ama lo que hace. И очень мало людей вне бизнеса Amway, которые любят свое дело, любят то, чем они занимаются в жизни. Y eso es lo que marca la diferencia cuando comprendemos el negocio de Amway. Именно это отличает бизнес Amway, когда мы начинаем действительно понимать, в чем он состоит. Tenemos un liderazgo diferente. У нас совсем другие лидеры. Nos convertimos en personas que transforman a otros. Мы становимся теми людьми, которые трансформируют, меняют жизнь окружающих. Porque la promesa del negocio de Amway es lograr la libertad. Потому что бизнес Amway обещает нам, что мы достигнем свободы. Y eso no lo ofrecen allá afuera. И этого не предлагают вне нашего бизнеса. Allá afuera ofrecen puestos.
Там, вне нашего бизнеса, они предлагают должности. Empleos, работу. Negocios que esclavizan, бизнес, который делает тебя рабом. Pero no el fin de la libertad. Но никогда не предлагают свободу. Cuando un ser humano comprende eso, se hace irresistible ante el negocio de Amway. И когда человек понимает этого, то он не может устоять перед бизнесом Amway. Yo vivo en una ciudad que se llama Cali. Я живу в городе, который называется Кали. Tiene 3 millones de personas. В этом городе население составляет 3 миллиона человек. Es solo un pedacito de Moscú. Это небольшая часть, маленький кусочек Москвы. Y descubrí una cosa. И вы знаете, я сделал для себя одно открытие. La educación образование hace que tú cambies en la mente, заставляет тебя менять мышление. Y cuando tú cambias en la mente, и когда ты поменяешь свое мышление, empiezas a ver lo que los demás no ven. Начинаешь видеть то, чего не видят другие люди. Es más o menos como cuando tú vas al cine 3D. Это примерно то же самое, когда вы идете в кинотеатр и смотрите фильм в 3D. La gente que va al cine 3D y no se pone las gafas. Люди, которые идут в кинотеатр смотреть фильм в 3D и не одевают 3D очки, ven el mundo borroso. Видят размытый мир. Ven la película borrosa. Видят этот фильм, они его смотрят, но они его плохо видят. Все расплывается, они видят его только в двух измерениях. Pero cuando te educas, но когда ты занимаешься образованием, te pones las gafas. Ты учишься, ты как будто надеваешь очки 3D. Y ves el mundo lleno de abundancia. И ты видишь, что этот мир полон богатства. Solo se necesitan las gafas.